Есть песня, написанная в 70-е годы, она была тогда очень известна, ее пели все молодые исполнители, вокальные инструментальные ансамбли, много было, я помню. Она, эта песня называется так: «Напиши мне письмо», на стихи Михаила Рябинина. Ее пели тогда действительно очень много молодых исполнителей, а сегодня тоже поют, но уже другого поколения, сегодняшняя молодежь. Группа «Челси», «Напиши мне письмо». Одеты, как настоящая современная молодежь. Оп! Вот я опять письмо тебе пишу. В нем дым костра, тайги, веселый шум. Ночной концерт двух стареньких гитар. И километры могучих кедров, рассветных зорь пожар. Тайга полна. Краткой ночная птица грусть. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно. Хочешь писать мне строчки, хотя я так прошу. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно. Читать мог его, чтобы спеть о любви, просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви, просто так для души. Напиши мне письмо. Хоть одно напиши, напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви, просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши, напиши. Челси! Спасибо! Спасибо.